Всем привет, меня зовут Дана Пак, добро пожаловать на мой канал. В прошлом году я подавала заявку на участие в программе почетных репортеров и поступила. В этом году я участвовала повторно, меня снова приняли. В прошлом году одна из наших репортеров выкладывала видео. Как я узнала, это было видео по программе K-Influence. Меня заинтересовала эта программа, я искала про нее информацию, смотрела видео от некоторых участников. И в этом году я решила тоже поучаствовать, подала заявку. Меня приняли. Я уже прошла инструктаж, осталось только получить сертификаты. И пока мы еще не получили сертификаты, давайте я вам немножечко расскажу об этой программе. Программа K-Influence существует относительно недавно. В 2023 году проходил всего лишь четвертый набор в эту академию. Академия дает возможность обучаться ведению YouTube-канала, получать гранты на ведение канала, участие в онлайн и офлайн фестивалях, а лучший ученик Академии получит возможность бесплатно поехать в Корею. В этом году в программу приняли 1930 человек со всего света, в том числе 47 человек из России. Если вы тоже участник этой программы, напишите сообщение под этим видео, и я обязательно подпишусь на ваш канал. Как можно понять из названия, программа рассчитана на то, что иностранцы будут продвигать Корею в своих странах. Участие в этой программе бесплатное, но и нам никто за это платить не будет. Участие в программе длится 6 месяцев, и в течение этих 6 месяцев каждый месяц мы будем снимать видео на определенную тему, и самые лучшие авторы получат небольшие призы. А авторы, которые проявят себя лучше всего в течение всей программы, получат самый главный приз – это поездка в Корею. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч и не забудьте подписаться на канал. Аньон!